Сегодня в школе проходит большое мероприятие краеведческого плана. Оно называется «Виртуальная экскурсия по Донецкой области». И в рамках этого предприятия для учеников 8-10 классов проводится интеллектуальная викторина, которая включает в себя вопросы как по краеведению области, так и по природным ее ресурсам и по экологическим проблемам Донецкой области. Ребята будут отвечать на вопросы командами. Будет отдельно конкурс для капитана, там, где капитан должен будет показать, насколько он владеет информацией, насколько он может постоять за честь всей команды. И по итогам этой викторины ребята будут награждены грамотами. А дополнительно, естественно, они получат какие-то знания, они расширят свой кругозор относительно нашего родного Донецкого края. Большое внимание воспитательной работе нашей школы мы уделяем именно изучению родного края. Ребята любят свой край, потому что его есть за что любить. В этом году ученики нашей школы готовили проекты, презентации. И как итоговая работа за год, у нас сегодня виртуальная экскурсия городами Донецкой области. Каждый класс получил свой город, которым готовил новую интересную информацию. После того, как ребята объехали все города, проходит краеведческая викторина, где ребята закрепляют полученные знания. Школа работает в тандеме с центром туризма. Мы очень много мероприятий посетили в нашем замечательном центре. Ребята принимали участие в областных и городских соревнованиях. И, конечно, если бы не наш школьный ученический совет, мы бы не добились тех результатов, которых мы добились. Ребята в этом году в очередной раз заняли первое место в краеведческой областной викторине. Участник команды Юлия Хоменко, председатель нашего школьного ученического совета, выпускница нашей школы. Я думаю, она более подробно расскажет о своей работе. Мы занимаемся изучением родного края, мы изучаем известных личностей нашего края, которые уже стали известными и чем-то прославили наш Донбасс. Также мы изучаем памятники, известные места, мы изучаем происхождение городов, изучаем реки и, в принципе, мы изучаем каждый уголок родного края и чем он известен. Вы выпускница, скажите, пожалуйста, как вы планируете дальше строить свою жизнь? Хотите переехать или хотите остаться здесь? Нет, ни в коем случае я останусь здесь. Я хочу поступить в Донецкий национальный университет, я хочу стать журналистом, я хочу, чтобы наш край еще больше прославлялся.